Благоустройство – важнейшая сфера деятельности муниципального хозяйства. Именно здесь создаются условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Перед управлением градостроительства и архитектуры администрации Владивостока стоит серьезная задача – создать в краевом центре условия для здоровой, комфортной и удобной жизни всем его жителям. В администрации города понимают, сегодня назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства Владивостока. Правила благоустройства – это такой очень большой многообъемный документ, касающийся сферы и дорожной деятельности, сферы рекламной деятельности, значит, размещения, да, рекламы там, и сферы, ну, например, организации там, строительной площадки в части, например, ну, мытья колес, да, спецтехники, которая выезжает со строительной площадки, чтобы улицы наши не пачкались. Да. Также это, например, там, конкретный размер и внешний вид там, аншлагов с адресами зданий. Вот. Также это внешний облик нестационарных торговых объектов и так далее. Проект благоустройства Владивостока является составной частью как градостроительной, так и архитектурно-строительной документации. Согласно нормативно-правовому акту, физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории муниципального образования в соответствии с принятыми правилами благоустройства. Проект муниципального правового акта находится в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации города и на сайте Думы города Владивостока. И каждый горожанин может внести в него свои изменения и дополнения. Предложения от граждан в управлении градостроительства и архитектуры принимают до 20 июля. Здесь также можно ознакомиться с проектом документа, но уже в бумажной форме. Кроме того, посмотреть проект нового нормативно-правового акта можно в любом многофункциональном центре. 20 июля документ вынесут на общественные слушания, а после направят на принятие депутатам Думы Владивостока. Светлана Садовая, Алексей Заровный, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.